Вот, ну, не всей квест-групп, только мы делаем только подразделение, агроподразделение Questgrain, компания Limar приобрела Таганрогский порт. Вот, у меня достаточно большой опыт в сельском хозяйстве, в смысле в экспорте зерна. К сожалению, здесь вот из коллег-экспортеров практически никого нет. С вашего разрешения я как бы такие основные цифры приведу. Я потом подготовлю, отдам презентацию и вы вышлите тогда. Ну, год, наверное, комментировать не надо, потому что это, конечно, год, так скажем, не рыночный, осложненный всякими вещами, всякими играми против нас. И тут достаточно сложно. Вот. Санкции в основном, конечно, такие достаточно скрытые, очень много проблем, но тем не менее, с честью мы должны подтвердить, что наше зерно все-таки и в силу своей истории, и в силу своего качества, и в силу объемов, и в силу стратегической важности России как поставщика зерна на мой рынок, все-таки свою нишу заняло. И я думаю, что оценки второй половины сезона 2023 года, они достаточно хорошие. С начала сезона объемы, несмотря на огромный потенциал, объемы экспорта достаточно сильно просели. И в сравнении с тем же прошлым годом мы шли как бы хуже. Сейчас по концу года наращиваем темпы. Декабрь оценивается достаточно позитивно, больше, чем декабрь 2021 года. И я думаю, что за первую половину вот такая оценка порядка там 20-27 миллионов тонн экспорта, что больше, чем в прошлом году, она достаточно реальна и адекватна. Ну, понятно, что много достаточно рисков, понятно, что очень важный момент работы с банками, переходом к другим формам оплаты и так далее и тому подобное. Ну, так скажем, дискредитация российских все-таки экспортеров не удалась. Вот. Очень много компаний наших выигрывают тендеры и так далее. Чуть-чуть про структуру рынка. Она сильно изменилась, достаточно. Вот, ну, из старого по-прежнему у нас Турция лидирует. И как бы Турция как поставки, так и Турция поставки со складов и так далее. Очень сильно в силу собственной там, ситуации, в силу собственного урожая и других моментов снизился Иран как потребитель российского зерна. Ну и другие страны, как бы они, так сказать, достаточно устойчиво входят в лидеры. Это Пакистан, ну, естественно, Египет. Он занимает хорошую лидирующую позицию и, ну, так скажем, даже чуть больше, чем в прошлом году. Это как тендеры газ, так и поставки крупным компаниям. Много Алжир. Ну, в принципе, вот так вот очень-очень-очень крупными мазками все. Очень, еще момент такой интересный, появляются новые рынки, это как нежданно-негаданно, это Бразилия, это Мексика, достаточно много заявок получают наше министерство, ну, поэтому, в принципе, учитывая тот потенциал нашей мощности и тот запас зерна, который как бы у нас есть, я думаю, что ситуация достаточно уверена, мы смотрим в будущее. По ценам я скажу, что, конечно, большая такая, большой идет диспаритет, большие колебания. В этом году был бешеный абсолютно фрахт. Сейчас он начал немного снижаться, на следующий год посмотрим. И
В принципе, я так скажу вам, что оцениваю колебания порядка там в пределах сезона от 20-25 долларов за тонну на базисе. Как бы, ну, для всех главный порт, индикатив такой, это ФОБ Black Sea, ФОБ Черное море. Ну, в принципе, огромное спасибо вам за внимание. Еще раз извиняюсь, что так кратко. Ничего, мы вас еще раз спросим. Есть ли вопросы в зале? Да. Как бы, видели там 150 миллионов пшеницы, там, или там зерновых, или там 80 миллионов пшеницы. И как бы миру не нужны сильно, что ли? Ажиотажа особого нет. Без нашей пшеницы мир проживет. Или ажиотаж, он сдвинулся на май месяц, на июнь. Когда ждать ажиотажа пшеницы? Или вообще не ждать, ваше мнение? Еще больше раз, когда ждать ажиотажа, какие скрытые явные угрозы? Ну и ваше видение. Понятно, что вы там не пророк, но на ваш взгляд, что вы там нам посоветуете делать? Ну, вопросы такие, знаете, в самую суть, я скажу чисто субъективную точку зрения, потому что, как бы, это, ну, крупнейшие агентства занимаются там анализом, там, маркетингом и так далее. Скрытые угрозы я уже сказал. На тендерах зачастую выигрывает пшеница нероссийского происхождения, которая, в принципе, как правило, она дороже. Хотя качество наше, оно лучше. Понятно, что это просто, по-русски говоря, не совсем честно. Но, как бы, оно так. В настоящий момент ситуация эта перебарывается, потому что вы абсолютно правы в том, что, как бы, позиция там есть позиция, хотелки, не хотелки, но зерно надо всем, зерна у нас достаточно. Страна наша мощная в плане поставок зерна. И такие страны, как я сказал уже, основные покупатели, да, это Турция, это Алжир, это Египет, это Саудовская Аравия, также все традиционные покупатели, и включая тот же Иран, у них просто неплохой урожай. И, например, ситуация, как бы, по Ирану, там большие там неплатежи и так далее. То есть здесь, к сожалению, приходится балансировать и искать оптимальный такой вариант. В плане поставок у нас, как бы, исторически из нашего региона два вида поставок. Это так называемые с мелких речных портов напрямую. В основном это Турция, раньше это была там Европа, Италия, Греция, там Израиль и так далее. Как я сказал уже, Турция очень сильно увеличила, как бы, объемы закупаемых. Ну, например, там два дня назад ввела ограничения по головне, там жесткие, совсем исключила. И второй вид — это ФОБ Черное море, это крупные порты, Новороссийск и перевалка на рейде Тамань. Это разные рынки, абсолютно. С крупных портов зерно движется там и на Бангладеш, и на Индонезию, в тот азиатский регион. А с мелких я уже сказал. Поэтому здесь вот этот баланс и самое главное — решение всех финансовых вопросов, там, чтобы, так сказать, все платежи, все контракты были одобрены всеми сторонами партнеров, включающими весь вход. Вот такая ситуация. Поэтому, как бы, я, наверное, вам не ответил, вы это и так все сами знали, но ситуация такова. Да. Да. То есть, в принципе, уже достаточно много сделано продаж январь-февраль. Эти два месяца, как бы, видны. Ну, дальше посмотрим. Я думаю, да, но, наверное, логично, чтобы ваш второй вопрос: повышается ли спрос, что с ценами. А вот здесь... Вот здесь вот цена, как я уже сказал, она очень много зависит от логистики. В принципе, фракт сейчас немного снижается. И, как бы, я думаю, что вторая половина, ну, должна быть не хуже первой, может быть, даже будет лучше, потому что, как бы... Наши прыгают, а на всем результате, а на подпошли, а снимать его прыгают. Для себя поселили. Ну... А что там, есть проблемы? Есть, но это просто занимает больше времени, и
в итоге все это сводится к одному, к удорожанию фрахта, потому что не все судовладельцы там радостно бегут и так далее и тому подобное. То есть все вопрос, как всегда в этой жизни, вопрос сводится к этому. Ну да, есть на сегодняшний день, есть это, наверное, там, так скажем, там плюс 5-7 в сторону от нормального такого предложения за европейскую и минус там 5-10 за российскую. Еще про национальный урожай, много было разговоров о том, что урожая много в России, найдешь качественные пшеницы, вы как экспортер испытываете сложности с приобретением? Нет, вы знаете, качественная пшеница у нас отличная, и ну, все знают, что самая популярная поставка как бы это протеин 12,5, базовая такая экспортная культура. К сожалению, вот когда-то в классике жанра существовала такая как бы разница, там 12,5 протеин, это хороший четвертый класс, 11,5 протеин, это слабый четвертый класс, 13,5 протеины выше, это третий класс ГОСТ, фуражная, понятно, пшеница и высококачественная пшеница с протеином 15,3 и выше. Это вот такая классификация по пшенице. В зависимости от сезона, от потребности, спреды между протеинами, они то сужаются, уменьшаются, то увеличиваются. На сегодняшний день 12,5 пшеница востребована. За 13,5 пшеницу хотелось бы, конечно, возможность платить больше премию, но как бы здесь опять-таки вот узкий очень рынок, потому что сильная конкуренция с пшеницами другого происхождения. Поэтому у нас по качеству проблем нет никаких. Спасибо. И еще такой вопрос. Сейчас наши дипломаты хотят, чтобы Европа сняла санкции Россельхозбанка и позволила через него проводить расчеты. Да, я же это упомянул, что если этот вопрос будет снят и как бы все, что делается, заработает, это однозначно приведет к увеличению объемов, однозначно. А насколько комиссия выросла, можете сказать? Не могу, про комиссию не могу сказать, не знаю. Есть еще? Спасибо, Александр Александрович. Спасибо, что нашли возможность, несмотря на бессонную ночь, прийти на нашу встречу. Рад вам. Спасибо вам за участие. С наступающим всех и удачно на нашем поприще. Всего доброго. Спасибо.